Привет всем, кто зашел на мой канал. Такие анекдоты. Ну, это, короче, дирижер стоит, дирижирует ансамблем. И, блин, его достали, играть не умеет, ни хрена не это. Ну, давай, короче, орать. Вот вы тупые, вы такие тупые. Вот кто самый тупой, тому дают две палочки, чтобы они только на барабане играли, потому что мозгов не хватает, только на барабане могут играть. Ну, а двое сидят, прикалываются, говорят, а кто с барабаном не справляется? Там оставляют одну палочку, и он начинает дирижировать оркестром. Ну, это же такой туристический такой город. Гора такая офигенная, здоровая гора, короче. Ну, и этот турист спрашивает у местного жителя, а есть вот какая-нибудь легенда, история с этой горы, вот что-нибудь интересное такое? Он говорит, да, была гроза. Был ветер, короче. Двое хотели пожениться молодых. Ну, им не хватало денег. Они не знали, что делать. Они поднялись на эту гору. И больше их никто не видел. Говорит, что с ними случилось? Да что, говорит, спустились с той стороны, пошли в город работать. Вот и все, блин. Короче, тоже про наркоманов анекдот. Ну, наркоманы такие двое сидят возле реки. Мент подходит. Вы не видели, труп не проплывал? Они не видели. Ушел. Через 5 минут подходит. Не видели, труп не проплывал. Не видели, короче, ушел. Третий раз так пошел, спросил, труп не проплывал. Ушел, короче. Смотрят на реки, действительно труп плывет. Они его такие отталкивают ногой, короче, говорят. Слышь, мужик, вали, мы тебя уже отмазали. Ну, нарик тоже такой сидит. И это, вот на семечко упало, он сидит такой. Сюда иди, я сказал. Сюда иди. Семечко не идет. Он такой пакет семечек кидает. Приведите мне ее. Ну, а кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи.